Всем привет, с вами Тони Старк, и сегодня я вам покажу, как скачать полную версию игры Warcraft Cataclysm. Точнее, полная прокачка и бесплатно до 85 уровня. Для начала нам надо зайти на сайт WoW Magic. Сайт я скину в описании под видео. Итак, после того, как мы зашли на сайт, нажимаем «Начать играть» справа. И тут есть три этапа. Первый — это скачать игру, второй — скачать лаунчер сайта, и третий — регистрация. Начнем с первого этапа. В первом этапе надо скачать Warcraft 4.3.4. Нажимаем скачать. Тут только одна версия Warcraft — это Cataclysm. Так, нажимаем скачать торрент. Вот, и потом нажимаем скачать с помощью зума. Я этого делать не буду, у меня он уже есть. После того, как вы скачаете, заходите в саму зону с игрой. И вот тут вот будет у вас качаться сама игра. Она где-то качается там примерно 5 часов, но это у меня так было. Не знаю, как у вас. После того, как вы скачаете игру, заходите опять на этот сайт. И уже второй этап — скачать лаунчер. Нажимаете скачать лаунчер. Скачать. И качаете лаунчер. Устанавливаете его. После того, как вы его установили, я его устанавливать не буду, он уже есть. Итак, после того, как вы его установили, заходите в лаунчер, нажимаете «Указать путь игре». Внимание! Если вы сделаете ошибку, то тогда качайте лаунчер и устанавливайте заново, потому как указать путь игре надо только один раз, второй раз нельзя. Выбираете файл WoW.exe в папке самой игрой. Так, выбрали, нажимаете «Открыть». И потом нажимаете «Запустить игру». Вы не сможете играть без регистрации на этом сайте. Поэтому вам придется тут вот зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрируетесь, вводите логин и пароль в строку и сможете играть. Еще вот тут на этом сайте все, ну, докладно объясняет все, как делать, как качать. Тут все в картинках даже есть. Вот, смотрите. Вот, например, вот лаунчер. Вот, вы не знаете, как его установить. Вот. Ну, тут вам все, вот, все докладно показывает. Вот тут, например, вот инструкция по установке. Вот, это как бы для таких чайников, которые не знают, как качать. Вот, вот тут все очень хорошо вам объясняют. Думаю, если зайти на этот сайт, так уже и самому можно скачать это все. Вот тут вот общий онлайн написано. Вот сейчас ровно там час ночи. И вот сейчас играет 377 человек. Вот тут вот три этих, три сервера Warcraft Cataclysm: X5, X100 и Fun.
Тут написано, сколько людей за Альянс играет, за Орду и общий онлайн. Вот. За Орду играет, не знаю почему, но больше народ. Так, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.